Какой из Прочитай их. турниров вам запомнился больше всего? Ну, я думаю, запоминаются в основном турниры, которые выигрываешь, Нет. когда удачные. Первый мой такой Я играла в Минске и выиграла турнир имени Барашкина. Это было года 4 года назад. Вот первый мой на выезде удачный турнир был. И вот очень мне он запомнился. И можно сказать еще, так как мы очень мало, в целом, я очень мало играем командных турниров, в основном все личные. И очень мне запомнилось молодежное первенство Украины в 93-м году летом. Мы играли очень интересно и напряженно. Мы выиграли, но в борьбе мы с Колей Шушиным выиграли решающий микст у Киева. Это была принципиальная такая встреча. И тот турнир мне больше запомнился. И там еще есть вопросы, сразу же, сказать, может быть, какой у вас идеал парня? Но я не буду описывать внешность. Внешность бывает всегда обманчивая из-за... приятной внешностью может скрываться не очень приятный человек, и наоборот. Но я считаю, что парень должен понимать, чем-то, естественно, жертвовать какими-то своими, может быть, принципами какими-то. Я не говорю очень такими весомыми, но вот в мелочности. Идти навстречу, уметь поступиться своими интересами. Да, ну разумно, конечно, в разумных пределах. Понимание, внимание, я считаю, очень большое значение имеет внимание. И понимание. Понимание и внимание. Браво. Тож, я думаю, что можно вполне четко представить себе идеал парня, который вам подходит. Спасибо.